Приветствую. Если вам нужно записать образ винды на загрузочный диск больше 4 гигабайт, то программа UltraISO вам не поможет. Поэтому закрываем ее. Ищем оригинальный образ. Обычно они весят больше 5 гигабайт. Вот здесь вот 9.5.8.3. Скачиваем образ с торрентов. Также скачиваем по ссылке в описании программу Rufus. Прежде чем ее запустить, вставляем флешку в компьютер. Вот здесь у меня две флешки. Выбираем любую. После этого, поскольку у нас загрузочная флешка больше 4 гигабайт, выбираем систему NTFS. А здесь нужно выбрать, в каком формате там записывается ваша, в общем, винда. В этом я плохо понимаю, но возможно вам придется создать несколько таких флешек. У меня GPT, записываем в формате GPT. Желательно записать побольше таких форматов. Если вам негде, допустим, нет второго компьютера, чтобы скачать винду заново. Далее, размер кластера не трогаем, метку тома можно присвоить свою. Здесь все оставляем. И главное, выбираем образ диска. Вот здесь вот есть образ диска, он оригинальный Windows 10. Весит, как видите, больше 4 гигабайт, почти 6. Открываем ее и нажимаем кнопку старт. Все. Винда у вас запишется. Вот она. Мой компьютер. Свойства 5 и 6 гигабайт. Проверим, запускается. Проверяем, пока ничего не происходит. О, пошло. Вот, теперь, как видите, винда спускается. Вот до этого я пробовал с UltraISO. Ничего не происходило, я пытался форматировать в системе NTFS, но все равно при записи оборачивалось так, что винда устанавливалась FAT32, и размер на флешке был этой винды не 5,6 гигабайта, а всего лишь 1,7. Что, конечно, это неправильно и не соответствует истине, и такая винда у вас с BIOS не установится. Всем спасибо, всем пока.